В Кизлярском районе пограничники задержали браконьера. У него обнаружили 230 килограммов русского осетра. Инцидент произошел в районе села Новотеречное. При осмотре лодки у браконьера был обнаружен русский осетр, вылов которого ограничен. По данным погрануправления региона, общий ущерб составил более 3,5 миллионов рублей. На данный момент изъятая рыба передана на ответственное хранение. На маломерное судно наложен арест. Задержанный гражданин привлечен к административной ответственности в виде штрафов. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов».